Всем привет! Сегодня я получила свою дизайнерскую посылку от Craft Story. Это производитель чипборда, я думаю, многие слышали уже о нем. Я этот чипборд ни разу в руках не держала, и поэтому мне самой очень любопытно открыть этот огромнейший пакет с дизайнерской посылкой и вместе с вами посмотреть, что же там внутри. Какое хорошее утро. Даже жалко рвать. Ого! Офигеть! Я столько чипборда за раз не получала, наверное, никогда. Блин, фоны мои любимые. Девочки, я вообще в восторге. И это потрясающе что-то вообще. Это, насколько я помню, это винтажные шестеренки. Здесь не написано. Офигеть, я вообще обожаю. Вообще круглые, все, что круглое, это мой must-have. Салфетки тоже мой must-have, но это у любого, наверное, скрапера. Это просто вообще из чипборда, вообще классные такие ажурные, такая тонкая вырубка. Прям вот детальки вообще мельчайшие. Сейчас прям достану ее. Я ее хочу в руках подержать. Еще такие, кстати, штуки я тоже использую в своих проектах. Они очень красиво смотрятся, очень ажурненько. Вот. Ну, блин, ну салфетка это вообще. Посмотрите. И, кстати, цены достаточно доступные. Очень конкурентоспособные, поэтому я вот всем советую, ссылка будет обязательно под видео на их магазин. Я бы вот всем посоветовала, конечно. Классные фоновые чипики вообще. Так, что тут у нас? Тоже какой-то фоновый чип, вообще интересно, ни разу такой дизайн не видела. Кстати, очень классно для, наверное, стимпанковских, гранжевских работ подойдет. У меня тут на примете как раз гранж-работу я хотела делать. Вот я думаю, наверное, применю его обязательно. Ой, ну ключики это тоже вообще потрясающе. Их вот применяешь, когда они очень вытягивают работу. Вот если кто-то видел у меня странички, направление придают, вообще классно. Если им боссингом покрыть, то вообще потрясающе будет. Он как металлический, у меня есть золотая пудра для эмбоссинга. Вот, я, кстати, буду, скорее всего, снимать видео, отчет, то есть, как можно использовать этот чип, помимо его естественного вида, да, то есть, чем можно покрасить. Я очень часто там акрилом крашу, глиттером покрываю, пудрой, спреями крашу, в общем, можно красить всем подряд чипборд, то есть, и это классно, конечно, смотрится. Я обязательно где-нибудь покажу, как это я делаю. Ой, ну балерина, кстати, вообще на 8 марта классно будет. Вообще суперски. Классно. Ой, я прям уже вижу, представляете, как в открытке смотреться будет. Стимпанк, гранж, все что угодно. Ой, я уже представляю. Черным глиттером, если покрыть, да, вообще классно будет. Лампочки. Проволока колючая. У меня есть трафарет еще с колючей проволокой. Вот, и у меня давно мысль есть сделать какую-то работу, такую гранжевскую, да, с колючей проволокой. Мне кажется, вообще классно будет дополнять друг друга именно проволока от текстурной пасты и проволока от чипборда. Вообще классно.
Ой, я прям эту шляпу вообще обожаю. Все. Сердечки. Сердечки тоже механические. Плюс угловой элемент механический. Ну, вообще, конечно, супер. Это что-то новое для меня. Я таких дизайнов даже в руках ни разу не держала. Ну, как бы шестеренки-то у меня были, естественно. Но чтобы вот такие вот ажурные салфетки, какие-то стимпанк элементы, сердца, вот эти шляпы, то есть фоновые, там, в виде сеток. То есть это вообще впервые. Тоже шестереночки. Ну, вообще классно, конечно. Такие вот элементы тоже разных форм тоже классно будут смотреться в работе. Ой, это прям женское что-то. Тоже на 8 марта, кстати, классно будет. Зеркало, тут вот платье. Расческа даже есть, духи, туфельки. Ну, вообще классно. Кстати, в альбом женский вполне. И даже в свадебный альбом. У меня как раз на примете будут делать свадебный альбом для одного из моих курсов. И вот я уже знаю, что вот этот чебор по-любому будет там. Розы. Кстати, флористический чипборд – это тоже мой must-have. Я люблю, ну, если кто видел мои видео, там, вебинары, курсы, всегда говорю, что в работе нужно создавать углы. И ничто так не создает углы, как флористический чипборд. Ну, то есть вот эти листики, да, они достаточно, то есть размывают вот это пятно композиционное, да, в какие-то направляющие. Вот это вообще супер, вообще, вот это классно, за это вообще спасибо. И сакура, я прям мечтала, я когда на сайте видела, я говорю, хоть бы сакуру мне прислали. Я прям очень хотела, спасибо, девчонки, прям вообще благодарны. Сделаю для вас вообще супер много работ. Я чипборд использую в огромном количестве в своих работах. И прям девчонки вообще молодцы. Тоже цветы. Блин, ну вообще, я не знаю. Я вот реально, у меня такого не было. У меня были всякие завитовочки там и тому подобное. Но вот такого, конечно, дизайна эксклюзивного, можно сказать, я вообще ни разу в руках не держала. Вот такие тоненькие, кстати, очень хорошо смотрятся в работах, когда сочетание достаточно, ну, не толстого в смысле толщины, да, а достаточно, как вот бывают крупные черты лица, бывают тонкие черты лица, да, то есть вот с крупными чертами чипборд, если соединять, допустим, да, там, с мелкими чертами чипборд, это вообще классно смотрится тоже в работе. Сердечки. Сердечки, кстати, на День Святого Валентина буду делать работу. Ждала я эти сердечки. Про них я знала, что они мне должны прийти, поэтому ждите прям в ближайшем будущем, через несколько дней буквально на сайте, в блоге Craft Story обязательно буду делать с этими сердечками мою работу. 23 февраля. Ну, это вообще прям спасибо для открыток. Вообще супер. Просто всех задарю, всех мужчин задарю этими открытками. Спасибо. Тоже с 23 февраля. Причем вообще это абсолютно разные дизайны. То есть, ну, как бы вообще на любой вкус, как говорится. С 8 марта тоже спасибо заранее. Буду делать открытки маме. Буду делать жене брата, обязательно подружкам. Тоже с 8 марта. Цветы и тюльпаны, я так поняла. Ой, вот это классно, кстати, фоновый. Давно хотела сделать открытку такую. С таким вот чипбордом фоном. Что-то типа, может быть, касса, да? То есть вот такое внизу бумага, а сверху вот такой чипборд и буквально там парочку акцентов. Салфетка еще одна тоже потрясная. Фоны пошли. Фоны, я вообще, у меня аж мурашки идут. Я просто обожаю фоновый чипборд. Я делаю на плоттере вырубку, да, фоновый. Но чипборд это, конечно, еще что-то мега крутое, круче намного вырубки плоттерной. Ой, это уже на Пасху. Христос воскрес. Вообще круто. Спасибо. Ва, деревянные куколки, девчонки.
такие толстые, такие классные, они выжженные, вау, я вообще, я даже не знала, блин, мне так стыдно, я даже не знала, что наш крафт стори делает еще и деревянные украшения. Это просто вообще круто, мега. Тоже пасхальная. Кстати, ангелочки на Пасху вообще вполне, почему нет? Пасхальная, классно. Пасхальная тема вообще как бы редка. Вот, ну, редко где я видела вот что-то чипборд на пасхальную тему, так что вообще классно. Тоже фон. Такой интересная клетка. Еще фон. Тоже совсем другой. Все фоны разные. Я вообще поражаюсь, сколько дизайнов в крафт-стори этого чипборда. Блин, вот это вообще рамки, вот эти круглые, да еще стимпанковские, блин, это вообще круто. А вот эта шестеренка мне напоминает славянские мотивы. У меня давно была идея сделать какой-то альбом, ну, на славянскую тему. И вот это, кстати, классно будет смотреться. Вообще все вот эти будут элементы классно смотреться. Стрелочки и римские цифры, кстати, тоже очень актуально. Ой, ну вот эти пузырики, вообще тоже я в них влюбилась, на сайте видела у них, вообще влюбилась в эти пузыри, тоже мечтала, чтобы мне их прислали. У меня такое чувство, что мне весь магазин прислали, я не знаю, просто дофига всего, девчонки, спасибо еще раз. Завитки, это тоже, конечно, must have, это вообще в любой свадебной работе, в любой женственной работе, классно. Тоже бордюры вот эти офигенные. И еще одна салфеточка. Ну, это вообще мега круто, блин. Девчонки, я прям в восторгах. Я уверена, что как бы вам тоже, если вы ни разу не держали его в руках, вот так же, как и я вообще первый раз держу в руках. Я не знаю, у меня даже язык заплетается, в каких я восторгах от этой посылки, потому что я ее вот честно сейчас вот вместе с вами открыла и увидела это все. Поэтому я всем, конечно, прям советую. Просто потрясающе. Вот эта салфетка вообще классная. Вот, так, девчонки, если вам понравилось видео, ставьте нравится, комментарии пишите, вопросы задавайте. Я теперь как дизайнер обязуюсь на все ваши вопросы отвечать, то есть поэтому всегда обратная связь, я всегда на связи. Вот, задавайте свои вопросы, и я надеюсь, что если у кого-то еще нет этого чипборда, вы его приобретете себе. Цены, опять же, повторюсь, очень достаточно доступные для нашего рынка и для чипборда. Поэтому вообще милости просим, то есть в магазин ссылка под видео.